соскучились уже по гонке, человек целый месяц никуда не ездили, поэтому сегодня первый боевой день, тренировочный, скажем так, вернее, не тренировочный, а размяться, ну и вкатиться в дорогу, посмотреть. Закончилась гонка, шикарная гонка, нам понравилась очень трасса, скоростные, очень на высоких скоростях приходилось ехать. Мало того, что все спецучастки, это 2000 километров спецучастков, и разница была, ну, до последнего времени у нас там особенно с Кубой было, там в секундах ехали разница. Вчера у нас была проблема с мотором, у нас какие-то перебои пошли. Мы 23 раза глушили машину для того, чтобы она потом опять ехала, потому что она у нас пропадает. Поэтому не хватило этого. Но вообще, в целом, в общем, конечно, очень хорошая гонка. И в тройке лидеров разница всего там меньше 10 минут у всех вместе. Это, конечно, такая очень плотная борьба была как раз между соперниками.